Так лучше? Ага. Вы кто? Вы из ЦРУ? Доброе утро, сержант Блэкберн. И когда вы расскажете мне, что происходит? 18 часов назад мне позвонили из нацбезопасности. Сказали, что арестовали одного морпеха, с которым мне надо поговорить. Есть угроза теракта в Нью-Йорке, а морпех говорит, что владеет информацией по его предотвращению. Мало того, теракт, по его словам, должен случиться сегодня. И вот мы здесь. У вас потрёпанный вид. В смысле, выглядите как полное говно. Кто это? Это он. Это Соломон. И вы до сих пор думаете, что он собирается нанести удар в Нью-Йорк? А вы? Потому что он так сказал. Читал я дело. Он же себя прикрывает, не знает того, что нам нужно. Стойте, послушайте меня. Потом хоть закопайте, мне все равно. Вас хоронить не надо. Вы уже мертвы. Он не знает того, что нам нужно. Это наша работа. Да, я попробую. Сейчас вы объясните нам сценарий атаки. Будете сотрудничать, и, может, даже выберетесь из дерьма, в котором сейчас по уши. Вам надо, сержант Блэкберн, лишь объяснить нестыковки, ясно? Когда вы впервые узнали о Соломоне и ССО? 9 месяцев назад. Операция Swordbreaker. Иракский Курдистан. Так. Продолжайте. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider.
Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him the God's gonna cut him down. Бродяга 1-3, это бродяга главный. Внимание, выход на исходную через 5 минут. Прием. Принял. Эй, кто-нибудь вообще в курсе, что мы тут, блядь, делаем, а? Не будь долбанным нытиком, Монтес. Я просто говорю, братан, что если дело в ССО, то нам надо в Ирак, не в Ирак. Они переходят границу, друг. Они те еще ребята, да? И цацкаться с ними нельзя. Бродяга 1-3, это бродяга главный. Ситуация развивается. Высаживай команду как можно быстрее. 1-3, понял. Конец связи. И за каким хером мы тут остановились? Наша цель в 20 километрах к северу. Не знаю, Монтес. Да, пора выбираться. Так, двигаем. Пошли. Похоже, на вечеринку мы опоздали. Где десантная группа? Вон туда, направо. Спасибо. Ты когда-нибудь задавался вопросом, какого хрена эта часть шарика постоянно бурлит? Добро пожаловать, господа. Как вы все уже знаете, мы имеем дело с повстанцами ССО из Ирана, опасными фанатиками. Я настоятельно рекомендую вам помнить, что не жители этой страны ваши враги, а ССО. В 9:30 мы потеряли контакт с отрядом Гадюка. Они проверяли информацию о бомбе, заложенной в районе рынка Спинза. Так себе райончик. Мы подозреваем причастность ССО. Ваша задача — найти морпехов, оказать поддержку и при необходимости вызвать эвакуацию. Вы наши силы быстрого реагирования, господа, и я доверяю вам. Найдем наших морпехов. Займемся этим. Пошли. Господа, мы отстаем. Давайте найдем этот патруль. У нас сводка по противнику в этом районе есть? Предположим, самое худшее. Начали. Определяйте цели. Это что, школа? Точняк, я же все время забываю. У тебя на родине школ-то нет. Держаться вместе. Смотреть по углам. Что это было? Надо сказать саперам, чтобы рвали свое дерьмо где-нибудь подальше. Землетрясение. Мы примерно в 9 километрах от разлома. Здесь большой открытый перекресток. Назад, пропустим. Ушел! Давай! Проходим двойками. Блэк, Дикий Маткович, берите дверь справа. Двигаемся! Давай, Блэк, сейчас! Ни одного гражданского. Ни хрена мне это не нравится. Обстрел! Снайпер! Дымовая пошла! Где эта сука? Затаскивай его! Быстро! Быстро! Пошли! Снайпер еще там! Террористы слева у стены! Разобрать цепь и высовываться!